Те учителя, которые помогают делать выборы, они не будут учителями, потому что детей наших должны учить свободные люди, а не рабы, причем мерзкие такие, поганые. Они, я думаю, будут безработными и войдут в люстрационный список. Им будет обидно, потому что они сейчас сосут, понимаешь? И тогда будут сосать. Эти хоть сейчас наворовали, кайфуют, все. Потом они будут от нас там бегать по тюрьмам, сидеть, я не знаю, по лагерям. А эти все время будут в жопе. И это будет показатель, что быть свободным человеком гораздо выгоднее, чем быть рабом.